Всем доброго дня. Про качели. Значит, многие спрашивали после нашего поста. Поподробнее объясняю. Вот это обновленно уже обновили за эти дни. То есть торцевая часть, он стал вот с этой переваренной перемычкой. Для чего? Чтобы можно было на нее что-то поставить. Там стаканчики, тарелочки. Так называемый подлокотник. Из чего теперь состоит сама качель? Это значит цельная торцевая часть раз. Цельная торцевая часть 2. Ветер у нас. Вот. Все это соединяется нижним прогоном, стягивающим. Потом идет верхний прогон, так называемая тяга, на которой сама висит сиденье, на которое качаться, да? И соединяется сверху прогонами. Раз, два, три, четыре. Четыре прогона. Сверху накрывается поликарбонат. Торцевой профиль, перфолента, шайбы через саморез. Качель, значит, подвешивается на цепочке М6 с помощью карабина М8, кажется. И здесь кольца. Вот видите, раз кольцо, болт М8 кольцо и два, болт М8 кольцо. Вот в этой доске, естественно, отверстия нету, в железе вот это отверстие есть. То есть вам нужно на месте в дереве просверлить, если самостоятельно собираете качель. Видите, насколько он длиннее, потому что длиннее, короче, нету. И здесь гайка с шайбой. Здесь карабин. Это М8, кажется. Здесь приварена петля, обварена, как видите, мощно. Все собирается болт М8 с шайбами везде. Все на 8 болтах. И внизу. Сиденье идет шириной, память не избивает, где-то 400, чтобы можно было ногам спокойно сидеть. Шире, если делаешь, они будут неудобно. И спинка из 4 досок. Высотой, кажется, 700 или 600, кажется. Такая вот габаритная, мощная конструкция качели получалась. Ставить ее, естественно, надо, где мало ветра. Снеговых нагрузок, как вы уже поняли, мы сколько раз показывали, все растаяло. Она выдерживает, грузили ее, здесь горой грузили, все выдержало. То есть в основном ставят их к стенам, к заборам или по деревьям, потому что все равно парус большой, бывало, что их переворачивало ветром у некоторых клиентов на открытой площадке. Если открытая площадка, то, естественно, надо ее крепить. Для этого здесь вот приварены вот такие пятаки из 50-й пластины, видите, с отверстиями. Можно или заанкериться, если бетонный фундамент, или к брусу прикрутиться на саморез по дереву, или забить арматуру, или еще что-то, то есть привязать к какому-то якорю. Вот так можно. Сама качель, значит, изготовлена из профильной трубы 40 на 40, 40 на 20. То есть здесь два вида трубы. Ну и периодом 20 на 20. Все это оцинкованная профильная труба толщиной 1,4 мм. Плюс полимерно-порошковая покраска. Цвет 8017, шоколад. Так вот, вот так вот покажу. Размер, значит, сама скамейка длиной 1,98 м, то есть 2 метра примерно. И ширина, естественно, намного шире, кажется, 2,5 м, потому что ноги тут немножечко неровно стоит. Расширяются понизу, чем вверху. Вверху 2 метра. И длина дуги тоже 2 метра. То есть получается крыша 2 на 2. Вот вроде бы все. Все рассказал, показал. Сборка, ничего сложного нет. Главное не перепутать прогоны. Инструкция прилагается. Стоимость такой качели на сегодняшний день 16 500. Но весной предвидится подорожание. Потому что цена качели не дорожала. А металл, как мы помним, поликарбонат, дерево, все подскочило в цене в разы. Металл до... От 70 до 100% дерево там, ну, не намного, но скоро лето, она еще больше подорожает. Фурнитура также. Краска, в общем, вот так вот. Поэтому успевайте, заказывайте, пишите, ставьте комментарии и подписывайтесь, конечно, на нас. Палец кверху. Всем спасибо, до свидания.